Ну, баси. И всем привет, с меня Александр Сучков, и сегодня мы будем играть. Сын, что ты делаешь? Расскажи мне, а то я просто не понимаю. Я играю в игру, хочешь со мной? Да, я хочу. Как будем играть? Ну, давай. Называется игра «Огонь и вода». Сейчас дам джойстик и будем играть. Я подключу. Так. Ты вообще умеешь играть в эту игру? Да, я научусь, я, наверное, пойму, как все действует. Итак, ты должен идти этими героями. В общем, вот ты играешь одним из них. Я играю женщиной. Да, ты играешь женщиной. Теперь нам нужно дойти до тех дверей и победить. Понимаешь? Только так. Понятно? Так, сюда. Ты понимаешь вообще, как надо вообще играть? Да, я научился. Давай, дойдем до этих дверей. Так, нажимать кнопку. Так, иди. Иди! Да. Так, я дошел. Так, теперь нажимай эту кнопку. Так, и теперь ты должен нажать на кнопку, и мы должны попасть туда. Да, я знаю, я уже понял, как это действует. Так, я запрыгиваю. Отпускай кнопку. Так, теперь берем этот ящик и катаем туда. Так, забираем, главное, вот эти вот брать монетки. Так, ну, в общем, мы прошли. Ну что, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось, и это было очень даже круто. Ладно, мы на этом закончим. А, да, конечно. Давай еще. Ну, баси. Привет. Ты как вообще сюда попал? Да ладно, я просто здесь ходил, и, в общем, давай зайдем к Гейлору. Мне кажется, это что-то не то. Что, ты не пойдешь к Гейлору? Да нет, я хотел к нему идти, но что-то сегодня не хочу. Ну ладно, тогда пойдем вместе тогда, может. Дом Гейлорда. Ну, в общем, я его забираю. Да, окей, чел, забирай его. Ладно, я его забираю прямо сейчас, так что пусть собирает вещи. Ладно, ладно, давай, забирай его. Давай, собирайся, чел, мы уходим отсюда. Ты уже нормальный. Да, окей, собирайся. Окей, супер! Я этого ждал. Ну, баси. Ну что? В общем, мы идем к Гейлорду. Да, давно пора, наверное, пойти к Гейлорду. Ну ладно, давай, нам нужно поговорить с ним. А, да, о важных делах надо поговорить. Да. И да, пошли к нему уже. Да. Давай. Идем. Ну, баси. Итак, Гейлорд, что мы будем вообще делать? Да, что мы будем делать с новыми видеороликами? Видеоролики, я думаю, это будет крутое, там надо про CSGO. Ну, баси. Как я сюда попал? Ты теперь в горах, и ты мне должен помогать. Чем я тебе помогу? Ты будешь работать на меня, понял? Можно я сделаю один звонок? Да, конечно, ты можешь его сделать. Окей, пойду к телефону. Итак, в общем, я почему-то оказался в горах. В общем, я какой-то раненый. И кто-нибудь может рассказать, что здесь произошло? Пожалуйста. Да, ты вообще где? Я не понимаю. Ты должен быть на базе. Где ты? Я вот тебя жду здесь, а тебя здесь нету. Где ты вообще ходишь, блин?